Добрый день, компания Boston Техника. С вами Ильдар. Сегодня у нас на обзоре посевной комплекс Барго 872 2020 года выпуска. Данный посевной комплекс имеет независимые копирования на каждом сошнике. Сошник здесь анкерный. Сейчас мы поближе рассмотрим. Вот. Междурядье 25 сантиметров. Ширина захвата данного комплекса 8 метров. Три секции рамы с размещением сошников в два ряда. Стандарт 25 сантиметров. Опционно возможна установка системы МРБ. Вот она здесь как раз установлена на данном посевном комплексе. МРБ это называется у нас внесение при помощи вот этого кранового манипулятора удобрений комплекс имеет два варианта интегрированных пневматических бункеров. Пневматическая система серии FMS оснащена усиленным вентилятором. Вот вентилятор, сейчас мы увидим. Вот. 6500 оборотов в минуту он выдает для возможной последующей установки системы МРБ. Это, наверное, вот такая вот система у нас получается. О ней я отдельно расскажу в следующем обзоре. Транспортные колеса на данном тракторе R38 стоят. Здесь видно все. R38. Гудиеровские колеса стоят. Качество соответствующее. Вот. Кран-подъемник. Балк-бом. Вот он. Про него отдельно хочу сказать. Он установлен для загрузки в бункер семян и удобрений в мешках или биг-бегах массой до 1 тонны 90 кг. По спецификации высевающей части обеспечивает четкое копирование рельефа данный посевной комплекс. Вот он как выглядит. Даже при посеве на небольшую глубину. Благодаря надежной параллелограммной рычажной конструкции каждого рабочего органа и системы стабилизации. Настройки рабочей глубины осуществляются отдельно на каждом сошнике установлением пальца. Необходимое. Как они выглядят? Необходимое регулировочное отверстие. Шаг регулировки глубины составляет 4,2 мм. Конфигурация гидросистем позволяет эффективно регулировать прикатывающее давление на колесные катки. Вот колесные катки у него. В зависимости от погодно-климатических условий. Давление может регулироваться во время работы на ходу от 32 до 95 килограммов на прикатывающее колеса. Вот такие колеса здесь. На комплексе установлены прикатывающие полупневматические колеса. Колесные катки 155 мм с F-образным поперечным профилем для улучшения рядного прикатывания. Все это видно. Вот регулировка идет его. Вот такой комплекс посевной предлагаю вашему вниманию. Компания Boston Техника. Звоните. Всегда будем рады ответить на все интересующие вас вопросы. Всего доброго. До свидания.